Так, всех приветствую. Сегодня маленькая такая распаковка, но она относительно тематическая. Заказывал я их вроде как на Жуни. Но все равно, приходите по ссылке в описании. Там будет ссылка на кэшбэк-сервис, который помогает, упрощает. Теперь все возвращает деньги. Так, у меня держатель для телефона на велосипед. Вот такой. Ну, в принципе, я ожидал, что будет хуже. Запаха вообще нет. Стоил он там буквально какие-то копейки. Крепится довольно крепко. Да, сейчас попробую телефон. Так. Смотря на то, что у меня там содержимое, здесь всякие банковские карточки, крепится он довольно-таки хорошо. Не знаю, так он должен быть или нет. Надеюсь, что так. Вот. Плюс он еще крутится вокруг своей оси. То есть можно так поставить. Горизонтально, вертикально. Давно хотел приобрести такую штуку. Ссылка будет в описании. Очень удобно, кстати. И надежно. Да жалко телефон разбивать. Так, и вторая посылка. Вторая посылка у нас походная. Их почему-то две. Думаю, почему такое большое пакет? Это медицинская сумка. Сюда можно сложить все необходимое для похода, да не только. Что она из себя представляет? Зачем я две заказал? Я не знаю. Ну ладно. Тут все на картинке. Ну, я думаю, так, запаха никакого нет. Кстати, такой есть немножко запах свежей ткани. Открываем. Молния хорошая. Очень хорошая молния. Что мы имеем? Два таких отделения. Сюда можно что-то положить. Еще одно отделение. Сюда, как показано на картинке, да, тут типа таблетки можно отдельные. Сюда ножницы. Вот на картинке можно лучше показать. Ну, в принципе, очень хорошая сумка медицинская. Теперь я ее заполню необходимыми таблетками, пластырями и прочими необходимыми медикаментами. И покажу, что у меня будет в ней хранится. Вот интересно, мне что, их две прислали? Тоже сумка? Да. Вот реально, еще одна такая же. Зачем? Ну да, я почему-то заказал две этих сумки. Может, какая-то скидка была. Сумка стоит 250 рублей, где-то так. Не знаю, зачем. Вот. И тоже Жума, вот этот держатель для телефона. Я его заказывал за баллы. Да, товар за баллы. 207 баллов он у меня обошелся. Вот такая у меня распаковка сегодня. Мне кажется, вполне полезная. Две очень полезные вещи заказал. Так как я все время на телефоне. Иногда нужно так, чтобы под рукой был телефон. Или карта там. Вот. Держатель. Мне теперь есть. Давно я хотел. Все, подписывайтесь, ставьте лайки и переходите по ссылкам.